Так, всем привет. Мы продолжаем гуманизировать или делать вот такие антропоморфные объекты из неодушевленных предметов. И сегодня у нас в промте это будут настенные антропоморфные часы. Сложно выговаривается слово, конечно, но я стараюсь без ошибок произносить. Итак, вот такой у нас промпт. В прошлом видео мы с вами генерировали самолет. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Очень прикольное изображение получается и в плане развлечений, развлекательного контента. Вот мы создаем такие вот объекты. Давайте скопируем данный промпт и посмотрим, что в этот раз он нам выдаст. Всегда это интересно, всегда неожиданно и всегда вот прикольно именно вот в этих промптах, когда мы гуманизируем какие-то объекты неодушевленные, то есть придаем человеческие черты, это всегда интересно. Ну и дождемся, пока он нам сгенерирует, послушаем какую-нибудь музыку. Ну и, собственно, вот что у нас получилось. Всегда этот результат такой неожиданный. Давайте откроем браузер и рассмотрим поближе. Вот такие антропоморфные часы у нас получились. Возможно, кто-то даже за идею возьмет и что-то подобное создастся в реальном. То есть, как бизнес создать и будет продавать, например, такие часы. Вот что он нам сгенерировал. Я считаю, что достаточно интересно. Скачивать можете абсолютно бесплатно. Информация есть под видео. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, делать репосты. Будем внедрять что-то новое. Будем вот такие, так гуманизировать объекты различные. Благо их очень-очень большое количество. Можно придумывать очень много разных промптов. Ну и до связи. Пока.